Порядок регистрации очень прост. Заходим на свою почту Gmail, на которой у вас зарегистрирован канал YouTube. Переходим на сайт сервиса. Нажимаем на кнопочку «Регистрация». Первое, что вы должны сделать, вверху кнопочка «Синхронизировать с YouTube». И только потом будете заполнять поля. Нажимаем на кнопочку. Вас перебрасывает на API Google. Видите, фавикон поменялся Google. И это говорит о многом, что сервис прошел официальную верификацию в компании Google. Нажимаем кнопочку «Разрешить». И когда вы вернулись назад на сайт, то у вас автоматически уже заполнена ссылка на ваш канал YouTube. Заполняем e-mail, придумываем пароль, повторяем пароль и где-то сохранить обязательно пароль. И нажимаем на кнопочку «Регистрация». После этого вы попадаете в личный кабинет, где необходимо подписаться на 10 предложенных каналов. Начинаем подписываться по одному, не спеша. Видите, после того, как мы подписались, он стал как бы такой затуманенный чуть-чуть, да? И вот так вот по одному, не спеша подписываемся. По одному в порядке очередности. И так на все 10 предложенных каналов. Я сейчас пролистну, чтобы вы долго не ждали. Ну и вот при подписке на последний 10 канал у нас появится кнопочка «Оплатить». Все, нажимаем на кнопочку «Оплатить». Дальше, я думаю, долго рассказывать не надо, вы все прекрасно знаете. Перекидывает нас на API Perfect Money. И здесь все как да. И все как всегда. Сделать платеж, выбирайте кошелек. Да, кстати, оплачивайте, пожалуйста, с того кошелька, на который вы собираетесь 10 лет получать прибыль. Кошелек поменять будет нельзя. Это сделано в целях вашей безопасности. Сегодня на вот эту надпись не смотрите, не верифицировано. Я ждал документы о регистрации компании и хотел именно на официальное юридическое лицо Perfect Money зарегистрировать. Но чуть-чуть с документами тоже задержка будет чуть-чуть позже. Пока что, ну, я уже верифицирую, завтра будет все хорошо. Вот, и после оплаты, как всегда, вас перебрасывает в личный кабинет сайта. Ну и это все, друзья, как видите, все быстро, просто. Так выглядит личный кабинет, об этом я рассказывал, не будем останавливаться. Пока что до общего старта, я напомню, не нажимайте на эти кнопки и нигде не рекламируйте свою реферальную ссылку. Дальнейшие входы в систему после регистрации происходят e-mail и паролю, который придумали. Сохраните, пожалуйста, пароль. И такая маленькая деталь. Если вы сидите одновременно в двух-трех почтах, то при нажатии на кнопку «Синхронизировать с YouTube» вас API Google спросит, с каким именно провести синхронизацию. Сразу даст все варианты тех почт, в которых вы сидите. Поэтому, чтобы не запутаться, выйдите с почт, останьтесь только в одной, к которой привязан канал YouTube. В принципе, это все. Спасибо за внимание. Следующее видео я запишу, что же делать до общего старта.